Всем привет, мои уважаемые други и подруги, мальчики, девочки, дедушки и бабушки, мои юные любители хабарку и подделок из всякого хлама. Сегодня у нас очередной выпуск самой лучшей незабвенной телепередачи. О, зелёный загорелся сейчас. Самой лучшей телепередачи на планете Земля с говна и палочек. Как вы уже, наверное, видели, а может быть не видели, была у меня на канале телепередача «Ржавый немецкий хлам по всей железной реке». В общем, там я нашел нож. О, ножичек. О, с клеймом каким-то. Сейчас глянем, что за он. Ну, это, скорее всего, современное, хотя тут война лезет очень люто. Современщина, все равно приятная находка, ни хрена. Нормальный ножичек. Станлес. Блин, ну нормальная речка. Я его, кстати, глазами увидел, потом позвонил. Он блестел, лежал вот этой частью. Хорошая находка. Приятная. И, ребятки, как оказалось, рукоять этого ножа была сделана из кожи. Там было кольцами нарезана кожа, но, скорее всего, это самодельная, ну, переделка была. Ходил, бродил я по кухне и кушать готовил. И мне постоянно попадался на глаза этот нож, и он сыпался, эта труха вся. Я не знаю, сколько он пролежал в этой речке, но он постоянно сыпался и невкусно пах. Пахло бабушками. А ты что, бабушек нюхаешь? Великие цитаты знаменитых копорей Николая Николаевича. Отсылочка на тебя. А в итоге пришлось мне переделать, снять эту рукоять. И думаю, дай-ка я сделаю что-нибудь эдакое. Ну вот, в принципе, ребятки, присаживайтесь поудобнее и наблюдайте за новой рукояткой этого чудо-мега-хабарно-копанного речного ножа. Поехали! А, да, звонил Тимур Кизяков, говорит: «Леха, нужен скворечник из пластиковой бутылки». Я говорю: «Тимур, нету пластиковых бутылок, скворечники делать не умею. Есть нож, но нет рукояти, надо делать рукоятку». Он говорит: «Ладно, в следующий раз с тебя скворечник». Я говорю: «Окей». Так что поехали, ребятки, поехали, будем наблюдать, как я корячился возле этого ножа. Но в качестве гарды у нас будет вот эта штука. Это, в общем, было найдено мной где-то, по-моему, в коммуналке, когда я жил. Где-то валялась вот эта штука, задвижка для вентиляционной шахты, по-моему, если я не ошибаюсь. Но она нам тоже пойдет. Шикарная вещь, нужная в хозяйстве. Ребятки, котятки мои, вы только поглядите. Первый раз в жизни делаю рукоятку для ножа. Вообще для какого-нибудь. Смотрите, какая фигня получилась. Тут, конечно, царизм подвел. Немножко, ну, здесь вот я пытался ровненько, но вроде получилось более-менее. Вы только поглядите. Опа. Хирекс. Надо еще, опа, вот он встал. Нормалек. Получается вроде как, только единственный минус, видите, здесь как бы немножко оно вот есть отверстие, но я думаю, это надо будет чем-то залить просто и все дела. Но так вроде уже неплохо смотрится на данный момент. И я не показал, это не будет сюрпризом,
лежала у меня царская дверная ручка. Вот. Здесь я уже как бы эту фигню спилил, она была вся ушедшая в труху. Железка здесь шла, вот было типа вот такой херни, и она вот так вот шла. Ну, я, короче, спилил, но это от той штуки. И, короче, и ручку планирую сделать вот такую. Она должна выглядеть примерно вот так. Ну, будем стараться. Сейчас посмотрим, вдруг получится. Не получится, так металлоприемка нас ждет. Но я думаю, что все получится. У меня должно все получиться. Поехали дальше. Золотая пыль. Вот они, золотые прииски. О, латуни. Сейчас будем заниматься вот этой рукояткой от двери и для будущего ножа. В общем, погнали. Итак, мои юные инженеры-конструкторы, в общем, достался он мне таким, каким достался. К сожалению, вот здесь вот резьба, и она идет не совсем айс. Там она частично где-то утеряна, но я ее прогнал, конечно, но как есть, в общем, ребятки. Теперь у нас следующий этап нашего хабарного ножа. Нам нужно как-то спрятать вот эту всю похабщину. И что-то с этим сделать, как-то более-менее его привести в человеческий вид. И первое, что нам нужно, вот эта линза. Я не знаю, правда, из-под чего она. Она имеет резьбу. Здесь, наверное, плохо видно будет, но там резьба есть. И я ее хочу заколхозить вот сюда, дабы скрыть вот это все непотребство. Что, начнем? Закрутилась. К счастью, резьба подошла. Держится шикарно. Держится отлично. Прошу прощения за такой ракурс съемки с моими великолепными волосатыми ногами. Но по-другому не снять. Не показать вам более детально. А то, что я там делаю вдалеке, это очень как бы плохо видно. И, ну, короче, колхожу как могу, снимаю в деревенской хате. Искусство требует жертв. Да, я чуть не забыл, я не стал восстанавливать вот эту вот гарду, потому что она, блин, такое ощущение, что сделан тоже самодельно, либо нож переделан был, она вот такого печального плана, здесь она уже подъедена местами. Можно было, конечно, это все зашлифовать и ее оставить, но мне кажется, вот это против вот этого, ну, не знаю, не знаю. Что сравнится с красотой золота латунного? Ну а что будет с этой стороны, пока не придумал, но я в процессе. Процесс думания я не буду показывать, потому что на это уйдет очень-очень-очень много времени. Будем наблюдать, ребятки. Кто встал, присаживайтесь обратно. Сейчас будем дальше что-то придумывать. Ну а пока я думаю, в любом случае, вот здесь вот нужна будет резьба. Стою широко раскрытыми ногами, потому что это все сыпется. О, ни хрена, у меня нет такой штуки. Гляньте, ребятки, у меня под нее нет отверстия подходящего. Ничего себе, а что делать? Век живи, что-нибудь найди. Никогда такой херней не страдал, но, видимо, придется. Давай. Охренеть, тяжеловато.
Ни хрена. Так, а чё ни хрена? Потому что неудобно. Попробуем вот так. Наш любимый царизм. Все отлично, все в ажуре, все ровненько стоит, все как мы любим. Так, но я вам хочу сказать, что это не самое сложное. Самое сложное будет это все вот так вот стянуть. Вот так вот, малята, делаем дальше. Итак, господа, у нас есть маленькая сложность. Заключается она в том, чтобы присобачить вот эту ручку вот к этому ножу. Значит, как я и говорил уже раньше, здесь не очень хорошая резьба, тем более ее здесь минимально, но попытаемся все-таки как-то ее прижать к заднику вот этой ручки. Сложность заключается в том, что само, как вы видите, наверное, да, само оно неровно уходит наверх, соответственно, и ручка у нас тоже неровная, она тоже немного под углом. Если я по центру здесь просверлю отверстие, то вполне вероятно, что эта вся ситуация не совпадет. Но все-таки попытаемся, а вдруг прокатит. Поэтому сейчас будем ее немножечко сверлить. Сейчас нам надо здесь сколько-то спилить. В общем, вылезла маленькая проблемка. Ее надо было как-то решать. Пришлось нарезать новую резьбу для того, чтобы законтрогать всю эту ситуацию. В общем, должно выглядеть примерно вот так. Это вставляем сюда. И вот этой, наверное, открыватной штукой, наконечник открывать, скорее всего, мы будем контргаить наш супер-мега-нож. Сейчас будем минимально его зачищать, приводить в хороший божеский человеческий вид. Будем кислотить.
Итак, мои дорогие друзья, очередная жизненная трагедия. Пока я снимал, крутил, протирал, вытирал, вырубилась моя мега-супер камера, и в итоге все, я не заснял то, что я делал. Итак, минимальный обзор на рукоятку того ножа. Лезвие делал не я. Лезвие было захабарено в речке. Ну вот такая рукоять у него получилась, у этого супер мега хабарного ножа. Царская рукоятка дверной ручки, тоже не помню, на чердаке, по-моему, ее нашел. Кроватная тема, вот эта приблуда, непонятно откуда. Ну и здесь вот так вот, всевидящее око дедушки Хабара. Кубик, единственный, который я нашел за свою жизнь. Он, к сожалению, был один-единственный и с отломанными усами. Но когда я найду второй, я обязательно пересобачу на обратную сторону. Ну, мне кажется, лучше, чем было. Кстати, очень удобно держать, когда что-то начинаешь резать. Например, сало. Особенно, когда нажимаешь вот на эту штучку. Конечно, в лес я с собой его брать не буду, будет у меня находиться дома. В принципе, интересная, прикольная ручка. Такая, как у безумного Макса. Многие скажут, что херня полная, но мне нравится. Сальца. Кошерно. Огонь. Все, ребятки. Всем счастья, здоровья, любви. Ну и как обычно, окопное творчество живет в наших сердцах. Охрененно. Все. Всем пока. Да, забыл сказать. Не судите меня строго, пожалей меня, родня. Это первая в жизни моя рукоять для какого-либо ножа.